Василия, вы мой долгожданный гость. Я ждала интервью с вами где-то около месяца. Мы с вами договаривались. И все это время я изучала вашу биографию, изучала ваше интервью. И вы знаете, очень много вы о себе рассказываете, но тем не менее хотелось бы еще раз услышать именно от вас, кто такая Аселя Садыкова. Я на своих выступлениях часто делюсь своей историей тоже, но не для того, чтобы показать, кто такая я и посмотреть, каких результатов или успехов я достигла в жизни, но больше для того, чтобы показать нашему народу, что возможно, когда у тебя есть нужные знания, нужное направление, и когда ты и четкий план действий, к примеру. Да? Поэтому, если говорить конкретно обо мне, кто такая Аселя Садыкова, ну, на сегодняшний день я являюсь основателем и организатором одной из самых крупнейших платформ, обучающих платформ, образовательных платформ в Центральной Азии. То есть мы привозим спикеров мирового класса и в Казахстан, и в Кыргызстан. То есть мы привозили в 2015 году Жан-Клод Ван Дамма, теперь уже хороший друг, с которым в будущем тоже планируются определенные проекты. Мы привозили Роберта Киосаки в 2016 году, Мойру Форбс, то есть вот таких вот известных личностей нашей планеты, которые вдохновителей, да, или влиятельных, скажем, лидеров, бизнесменов со всего мира. Для чего я привожу их сюда? Для того, чтобы они делились своими знаниями с нашими людьми. Потому что сейчас такое время, когда людям нужно обучаться. Если нету знаний правильных, нету правильных навыков, человек просто не может двигаться вперед, он не может расти, он не может вообще раскрыть даже свой скрытый внутренний потенциал, он не может без знаний. Почему? Потому что у него нет инструментов, он не знает, как это сделать. Иногда в человеке столько сейчас людей мега талантливых, у которых нет ни гроша в кармане. То есть они проживают бедную или посредственную жизнь. Почему? Таланты все есть, но просто нет инструментов для реализации. Они не знают, как свои внутренние ресурсы раскрыть. Поэтому, кроме того, что мы привозим спикеров мирового класса, у меня бизнес и в Казахстане, и в Кыргызстане. То есть мы организовали ряд крупнейших форумов для бизнесменов, для топ-менеджмента, для разных предпринимателей малого и среднего бизнеса, то есть для всех, кто хочет обучаться. Кроме того, я занимаюсь недвижимостью, уже давно инвестирую в недвижимость, почти 7 лет. В основном это Великобритания, также и Казахстан, и Кыргызстан тоже. Это так, мое дополнительное хобби как инвестора по недвижимости. Что еще? Я провела более 50 авторских тренингов на тему лидерства, переговоры, продажи и ораторское мастерство. В детстве мы все мечтаем быть актрисой, певицей, врачом и так далее. Вы же не мечтали в детстве? Не было же такого понятия, как тренер, бизнес-тренер? Как вы вот к этому пришли? Мечты не было, но всегда была такая голубая американская мечта. Я выросла вообще в поселке Актюс, это горная местность, то есть поселок городского типа тогда считался, мы еще под московским обеспечением тогда были, но это прям в горах. И, естественно, мы выросли на каких-то фильмах, там определенных боевиках, там американских фильмах, и, естественно, у меня была такая вот американская мечта стать очень богатой и знаменитой. Я не знаю, откуда это было, почему. Наверное, скорее всего, началось это тогда, когда, будучи старшим ребенком в большой семье, там нас четверо в семье, родители работали просто на фабрике, и, естественно, денег никогда не было. То есть огромная семья, и родителям, чтобы нас обеспечить, естественно, нам только хватало на самое основное. То есть это еда, да. И поэтому мне всегда хотелось чего-то большего. И самое главное был вот этот порыв дать родителям то, что они нам не смогли дать. Вот это вот самый большой мой основной двигатель – это родители. Я же говорю, моя мечта всегда была отправить своих родителей в кругосветное путешествие. На сегодня они увидели, я не знаю, столько стран, что мои родители, они путешественники настоящие. Да? Я их отправила, они увидели почти весь мир. Вспомнили своих родителей. Каждый из нас родом из детства. Скажите, какое у вас детство было? То есть оно было счастливым? Или все-таки вам чего-то настолько не хватало, что вы это потом сейчас решили осуществить в своей жизни?
Ну, на самом деле, детство было счастливое, потому что, мне кажется, у всех нашего времени детство было счастливое, несмотря на то, что нам всего не хватало, реально, да, то есть мы, помните же, я не знаю, люди, вот, наверное, мое поколение, да, мое время, все помнят, что мы ходили, просили друг у друга одежду, там, пойти в клуб, на дискотеку, то есть мы одалживали одежду, сейчас так не делают, по-моему, никто, но, то есть мы эту одну одежду одевал там весь класс, то, чтобы пойти куда-то там, да, то есть действительно не было абсолютно ничего. Но детство счастливо, потому что мы не были там обделены любовью там родителей. Единственное, конечно же, на нас не было времени. Я думаю, что в чем повезло, что я в большой семье родилась, то, что на меня никогда не было времени, и я была предоставлена себе в том плане, что я могла делать все, что я хочу, свои идеи воплощать. То есть меня никогда не останавливали. Я знала, что с меня никто не будет требовать, что я сама несу ответственность там за свое домашнее задание выполненное или за то, чтобы в школе там что-то успеть сделать. То есть я уже несла свою ответственность еще с детства. Я даже сейчас говорю, что одно из правил, да, скажем, успеха – это брать стопроцентную ответственность за свою жизнь. У многих людей как раз-таки этого нет, в этом-то и проблема. Они сидят, ноют с утра до вечера, хнычат. В моих проблемах виноват он, она, оно, правительство, все на свете, кроме себя. То есть почему-то они не хотят брать стопроцентную ответственность. То есть все, что хорошее происходит в моей жизни, это да, а все, что плохое, нет. Но так не бывает. И плохое, и хорошее в твоей жизни, то, что происходит, ты несешь полную ответственность за это. Абсолютно. Поэтому я говорю, вот эта вот ответственность, наверное, с детства, да? Сейчас, мне кажется, родители слишком опекают своих детей. В Кыргызстане заниматься тренингами, семинарами, это относительно новое. Вначале это было вообще диким, потому что как воспринимали, когда вы вот приходили куда-то и говорили, я хочу вас обучать, как вас воспринимали? Так получилось, что в Европе я делала столько турне, то есть где-то 3 года я жила практически, я говорю, в самолете, потому что я перелетала из страны в страну, из города в город, в город и выступала, то есть по всей Европе. И когда я прилетела в Кыргызстан, меня не знали, но тут появился «Лимон», журнал, по-моему, онлайн, да, портал. Они взяли интервью там из «Золушки» в «Бизнес-леди», и это интервью разошлось так быстро, что люди начали сами меня искать и находить. В итоге у нас платформа наша обучающая, из-за того, что мы проводим действительно, мы привозим самых лучших тренеров, и мы предоставляем самое высококлассное обучение, бизнесмены, ну, мы начали с казахстанского рынка, потому что рынок большой, понятное дело, да, и он масштабный. Мы начали с казахстанского рынка и быстро наработали себе лояльную аудиторию бизнесменов, вообще людей, которые хотят обучаться у нас. И мы обучили свыше 10 тысяч человек за год. Потом на сегодняшний день уже больше 50 тысяч человек. То есть оно само как-то пришло. На самом деле в Кыргызстане это давно уже не ново, потому что люди поняли, осознали, что для того, чтобы реально сегодня достичь успеха в бизнесе, в карьере, в любой работе, надо себя обучать. Если ты не будешь обучаться, ты будешь стоять на месте. Потому что я всегда говорю, твоя жизнь, вообще твои деньги, даже твои доходы, как и твой бизнес, будет расти в прямом соответствии с твоим ростом. Если ты вырос, твой бизнес вырос, доходы, деньги выросли. Ты еще вырос, еще выросли. А если ты стоишь на месте, твой бизнес никогда тебя не перерастет. То же самое твои доходы, деньги никогда в жизни тебя не перерастут. То есть я сегодня благодарна, возможно, там кто-то говорит, Асель, вот ты родилась под счастливой звездой. Вот ты там в Кыргызстане родилась, в селе, ну так получилось, ты покорила Европу. Вот ты просто родилась под счастливой звездой. Совсем нет. Я когда только переехала в Лондон, еще будучи 20-летней девушкой молодой, я тоже думала, что меня там ждет золотое будущее. И я прилетела в Лондон с огромной амбицией и думала, hello, London. Приветствую, встречая Асель. Я думала, все ждут девушку по имени Асель в Лондоне. Никто меня не ждал там. Естественно, реальность ударила в лицо. И я же говорю, мне пришлось как-то, нужно было как-то кормиться. Я работала посудомоечницей, я мыла полы в кафе и зарабатывала гроши. Реально жила в маленькой коморке, покрытой плесенью. Было ужасно холодно, не было денег реально оплатить там газ, свет элементарно. Да? То есть я жила практически в стесненных, это, наверное, очень мягко сказано, потому что на самом деле зимой, когда у тебя нету ни газа, ни света в Великобритании, в Англии, там огромная, там ужасно повышенная сырость. И все время капает. Представь себе, ты лежишь в постели, на улице ужасно холодно, в комнате та же температура, что и на улице. То есть одинаковая температура. А не хотелось просто собрать вещи и уехать? Хотелось много раз вернуться назад, сдаться, все это
Но я просто такой человек, во мне живет, да, победитель. Я всегда, я не привыкла сдаваться или опускать руки. Это, я не знаю, это удел, наверное, неудачников, которые всегда там пытаются, а потом бросают. На самом деле, я учу своих сейчас, провожу 90-дневную программу, онлайн-программу «Миссия на миллион». И сейчас вот моя миссия — обучить, ну, как минимум, я не знаю, 100 тысяч кыргызстанцев на своей онлайн-программе «Миссия на миллион». И там я говорю, что никто не говорил, что успех будет легким. Он не будет легким, но он будет стоить того. Это самое главное. Для меня есть вот три основных правила. Первое — это должно быть обязательно много пространства. Второе — много света. Я выбираю либо витраж, чтобы был, либо много окон. Вы видите, тут 4 окна, да, на кухне. И всегда, где бы я ни была, что если в Лондоне посмотреть на мои дома или квартиры, они тоже так же с большими витражными окнами. Хотя в Лондоне сложно найти пространство. Там вот настолько мало места уже строить. Все маленькое, такое компактное. Покажите нам другие свои комнаты? Да, вы можете пройти вместе со мной, посмотреть. Это мой офис, где я там провожу эфиры, конференц-звонки, там работаю. Здесь же там и библиотека. Любовь к автомобилям. Да, мне нравится luxury cars, роскошные машины. То есть вы видите, вот здесь тоже у меня как раз такие, я собираю, коллекционирую разные Bentley, Lamborghini, Ferrari, Bugatti. То есть мне нравятся модельки. Эти модельки, кстати, я привозила с разных городов, где я путешествовала. Мое как бы больше хобби. То есть вот такие элементы, это... То, что я говорила о чем, где как раз-таки я получила вот эту свою любимую такую вот толстовочку, где нам в Сингапуре вручили вот Success Resources, это всемирная корпорация. То есть это гигант, это привозят всех президентов, они, атлетов, известных голливудских актеров. И в прошлом году из 67 стран мы получили второе место. Нам вручили тогда и 10 тысяч долларов, приз, то есть хороший приз был. Мы, конечно, с командой очень хорошо погуляли. То есть это вот офис. Но тут больше гостевая, наверное, комната. Можете вот заходить. Здесь тоже ничего лишнего. Если захочется помедитировать, там помолиться и так далее, намаз сделать или еще что-то, здесь самое такое место, где... Спокойно все, ничего такого кричащего. Лошадь — это символ вашего дома, я так понимаю. Вообще лошадь — это воплощение успеха, свободы, достижения цели. Я сама родилась в гослошади. Мой супруг занимается лошадьми тоже, то есть он любит лошадей, он тренировал лошадей много лет, он занимался джигитовкой много лет, поэтому для него лошадь — это его конь, он их называет «это мои мустанги». У него не столько любовь, наверное, к машинам, сколько любовь к лошадям. Ну, здесь будет детская у нас, мы ее еще пока не обустроили, потому что это только планируется, но мы так потихоньку начали уже. А вот «Спайдермен» — это под ваш вкус? Да, но «Спайдермен» мне нравится, потому что все-таки это супер-хиро, это же супергерои. И если он туда посмотрите, на стенку прямо, вы увидите там «Супермен». Спальня тоже не закончена, тут у нас еще будет устанавливаться мебель. Ну, примерно так. Вот если посмотреть на цвет, сейчас вот в Англии это такой актуальный модный цвет. Он тоже не яркий, то есть белый — это, конечно, круто, но белый в спальне, он сильно слепит глаза. Пентхаус этот, он воплощение меня, да, скажем так. И самое интересное, то здесь я могу работать, потому что мои офисы уже автоматизированы, поэтому мне особо долго как бы находиться в офисе не нужно в моем. Ребята сами все делают. Поэтому я что делаю? Я дома работаю иногда, когда не хочется куда-то ходить. Просто можно закрыться в офисе и поделать работу. Я, кстати, вас поздравляю. Вы недавно вышли замуж, нашли свою любовь. И что вы можете сказать многотысячным девушкам, которые посмотрят нашу передачу, как найти того самого, как найти своего это принца? Это такая тема, которая волнует многих девушек. Да. Это специально для моих дорогих девушек. Прекрасно, да? Тем более девушки у нас красивые. И я такой человек, когда я ставлю цель какую-то, любую абсолютно, я иду к ней, я ее достигаю. То есть цель от меня не убежит никуда. Я пока ее не достигну, я не остановлюсь, да. И был такой момент у меня буквально где-то полтора года назад. Я села и сказала себе: Асель, у тебя есть все, абсолютно. Ты путешествуешь по всему миру, там больше, я не знаю, больше 50 стран. У тебя есть там, я не знаю, квартира, да, мама, что еще тебе нужно? Ты уже обучаешь, у тебя есть карьера, ты сделала имя, у тебя есть авторитет.
чего-то не хватает. И я подумала, да, все-таки настало время, мне нужно стать женой, мамой, то есть реализоваться уже как женщина. Потому что один раз кто-то, вот один из партнеров сделал такой комментарий, он сказал: «Силь, ты Тони Робинс в юбке». Тони Робинс — это мужчина такой здоровый, причем двухметровый, это такой коуч известный, президентов обучает. И я подумала, меня сравнивают с мужчинами. Ну я же женщина. И я подумала, и они говорят: «Силь, ты Тони Робинс в юбке, у тебя такая энергия». И я подумала, почему я не могу реализоваться как женщина, да. И я поставила, естественно, я отнеслась к этому как к цели. Я себе сказала: «Окей, а какого мужчину я хочу?» И я расписала абсолютно все качества, все. То есть вплоть до того, как он должен выглядеть, как, да, кем он должен быть, каким, какие качества личные, какие качества внешние. Я расписала абсолютно все. Это было, знаете, интересно, потому что это совпало. Был такой день, Хадуртын, да, называется он. И я сказала: «Окей, сегодня я спать не буду, у меня есть абсолютно все в моей жизни, но у меня нет любимого человека, с которым я проживу эту жизнь счастливую. Надо же с кем-то разделить эту счастливую жизнь». И, естественно, так получилось, что я встретила мужчину, который, это был тогда, 20 лет назад мы встречались. Мы вообще со своим мужем встречались 20 лет назад, то есть будучи еще 18-летними. Но мы встречались год, и мы расстались, потом я вышла замуж, улетела вообще в Лондон, переехала, да. Поэтому и встретился он, и я ему сказала: «У меня есть список, так что ты к нему не подходишь». Оказалось, он подходил по всем пунктам. Просто вы этого не замечали. Да. И он пригласил меня в кино, мы стали встречаться. Я говорю: «Ты знаешь, я бизнес-леди, и я люблю командовать. Я буду над тобой командой». Он говорит: «Ладно», говорит, «я, говорит, усмиритель мустангов», потому что он занимался лошадями долгое время, вот объезжает лошадей, тренировал. Он говорит: «Я могу любого мустанга обуздать, так что для меня это не проблема». Ну, в общем, суть в чем? Суть в том, что, да, это был он, тот самый появился в моей жизни, тот самый человек. И самое главное, знаете, еще есть такой момент. Вот когда мне часто говорят, вот как привлечь большие деньги в свою жизнь, да, это то же самое. И моя наставница, владелица, Вероника Тан, как раз таки владелица этой корпорации Success Resources, она мне когда-то сказала: «Асель», еще много лет назад, когда еще я не заработала свой первый миллион, она мне сказала: «Асель, ты хочешь стать миллионером?» Я сказала: «Конечно, это моя цель». Она сказала: «Смотри, когда ты бегаешь за деньгами, то деньги убегают от тебя. Когда человек бегает за деньгами, деньги убегают от него». То есть это как мужчина и женщина. Ты когда за мужчиной бегаешь, мужчина что делает? Он убегает от тебя. А для того, чтобы привлечь правильно мужчину в свою жизнь, что нужно сделать? Стать той женщиной, к которой этот мужчина притянется. Так и с деньгами. Ты должен стать тем человеком, который заслуживает таких больших денег. То есть обладать знаниями, качествами. Уметь это все, уметь управлять деньгами. Потому что многие люди не становятся богатыми, потому что они не умеют управлять деньгами. Просто не умеют. У них нет системы. Например, я в своих программах обучаю, как правильно управлять, распределять свои финансы. У меня, например, 6 счетов. Это счет необходимости, это на долгосрочные сбережения, это счет на мечту, это счет на благотворительность, это счет на развлечения, это счет на обучение. У меня 6 счетов. Из каждого счета уходит деньги. То есть это называется управление личными финансами. Наши люди так не делают, потому что нас с детства не учили. Никто с детства или в школе не учит управлению личным, поэтому мы выращиваем бедных людей. И это проблема. И я хочу, моя миссия — помочь людям вот вырастить, вложить. Если я сейчас обучу взрослых, они своих детей будут обучать по-другому. А если дети наши будут расти успешными, это успешная нация. В завершении вопрос. Ваш план на 2019 год? Год начался, вот уже первый месяц заканчивается. Какие у вас планы на этот год? У меня только два плана в этом году. Родить детей. Это первый план. Второй план – это свою программу, онлайн-программу «Миссию на миллион». Я хочу обучить, ну, в этом году 10 тысяч кыргызстанцев, да, и казахстанцев тоже, потому что у нас в Центральной Азии, то есть обучить как можно больше народа, чтобы на следующий год все это автоматизировать и уже выйти масштабно на мировой рынок полностью. Спасибо вам за беседу, было очень интересно с вами. Спасибо, пообщаться. Спасибо, Игорь.